машине, смотри, тебя будет ждать у него вот здесь, а мы будем доставать. Смотри, вот тут. Три, четыре. Никите Фомину 2,5 года, но он уже отлично держится на воде и не боится нырять. Про таких говорят, плавать научился раньше, чем ходить. И это не для красного словца, а констатация факта. Бассейн Никита посещает с 2,5 месяцев. Таких малышей, которые с пеленок занимаются плаванием, в одном из ульяновских фитнес-центров почти 50. Совершенно комфортно он себя чувствует, ему очень нравится заниматься. Был период сложности, но этот период главное пережить, на самом деле не сдаваться, заниматься дальше. Изменения, но он физически очень крепкий, здоровый мальчик, ну, благодаря бассейну в том числе. Савве 2 года исполнится только в начале будущего года. Его стаж занятий плаванием больше 1,5 лет. И все благодаря авторской программе чемпионки мира по морскому многоборью, мастера спорта России по плаванию Ирине Гриценко. Это она 7 лет назад на свой страх и риск взялась научить плавать 3-месячную девочку. Так и родился проект «Грудничковое плавание». Много задач. Первое – это оздоровление, конечно же. Это гармоничное развитие ребенка через физические навыки, через физическое развитие. Далее закаливание обязательно. За 7 лет реализации программы через секции Гриценко прошли десятки юных ульяновцев. Первые воспитанники уже выросли и даже пошли в школу. Теперь под руководством инструктора-новатора и ее коллег плаванием занимаются около 40 малышей. Половина из них приняла участие в первом областном фестивале грудничкового плавания. Самому юному участнику на днях исполнилось всего 2 месяца. Это новый рекорд программы Гриценко. Занятия, они стимулируют абсолютно все системы молодого растущего организма. Это сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, иммунную систему. И развивают и стимулируют опорно-двигательный аппарат. И так как все-таки детки, они, вода для них – это привычная среда, желательно начинать это чем раньше, тем лучше. Плавание на спине, ныряние, выполнение различных фигур. Пока, конечно, с помощью мам и пап. Но не за горами тот день, когда эти малыши поплывут самостоятельно и освоят все способы профессионального плавания. Не исключено, что кто-то из них вырастет в большого чемпиона. Именно такую сверхзадачу ставит сама Ирина Гриценко и ее коллеги. А фестиваль грудничкового плавания – лишь первый шаг на пути к большой спортивной вершине. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.